Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Ванчакалпатаруэшча кипасинда бивача Патитанам павунебха вайшнавибхьо наму намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайтагирим Ят кипатам ахнабанди парамананда мадава Бриндавай тулсидеббай пиявай кесаваса Шна бхакти паде деви сатва ваттвай наму намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама Девин сварасватин вясам тату жайо мудир Шанкиртане Кришна кату падеше Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баранья Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарабиндам Ятпада паллавана хачанда мани чатая Бисфуриджита гамбигубаваду свадарши Пурнанурагара сасагара сарамурте Сарадхикамай кадакхивам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджан ламбита бхужау канука бодату, Санкетанай капитару камалаю тачо, Вишамбару дижавару джугадхарма палу, Банде ягат прия кару, каруна батару, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Вандито Диббарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасастхиде Самбир Твам Нишингамахам Хаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Nivrita marun manokshadira yoga jujo jitiyat Monoyo upasate tadarayo pijayo smaranat Striya urugenda bhoga huja danda vishakta duyo Bayam apite samasamadi sanghi sarojo sudha Nivrita marun manokshadira yoga jujo jitiyat Nivrita-maruna-manakshadira yoga-juja-hridijat Monaya-upasate tadarayo-pijaju-smaranat Striya-uru-genda-bhaga-bhuja-danda-vishakta-diyo Vaya-mya-pite-sama-samadhi-sanghi-saroya-sudha Gauriya-goshthipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagatguru told Gaudiya Goshthipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что полностью чистое сердце – это то место, где Верховный Господь может быть. И вот в этой шлоке говорится, что такое Нирмал Читра, полностью безупречное чистое сердце, это то место, где Верховный Господь может пребывать. Если сердце оно недостаточно чисто, согласно Гундича Марджан Лиле, и вот если наше сердце недостаточно чисто, то тогда в этом случае Пуруша Абхиман, думание о том, что я делающий, это ложная концепция, ложное эго, оно будет там, и они не смогут избавиться от ложного эго. И вот из-за огромной любви и уважения, если мы будем совершать сатсангу, сатсанга значит харикатха. И вот с такой огромной верой и уважением, если мы будем совершать сатсангу и слушать харикатху, и тогда, согласно наставлению Махапрабху, чьи-то дарпана марджанам, наше сердце, оно автоматически очистится очень просто. Мы не стремимся к общению ни к несерьезными людьми. Шрила Прабхупад говорит, что мы не заинтересованы с тем, чтобы общаться с несерьезными людьми. Те, кто заявляют, что они тоже преданные, так называемые преданные. И вот мы с такими людьми не общаемся. Мы должны совершать садусангу. Садусанга значит садусанга. Никаких компромиссов садусанга может быть. Но и также асатсанга, если какая-то, нет. Садусанга она должна быть. Если можем совершать подлинную садусангу, тогда гарантия. Есть гарантия, что мы станем успешными. Поскольку наш вечный дом – это лотосные стопы Шри Кришны. Шрила Прабхупад говорит об этом. The health, total health of the spirit in full-fledged form is there unto the lotus feet of Наше прибежище у Нанда-Нанда, наш Шри Кришна, и в его полном, во всей полноте. И вот мы должны быть готовы, чтобы все время мы совершали сатсангу, никакого вопроса о сатсанге не возникало. Иначе может возникнуть проблема какая-то. И та шлока, с которой я начал, она очень важна. Она из Веда Стути. И вот какие-то риши-муни
Они контролируют свой ум и органы чувств с помощью пранаямы. И вот они пытаются обрести связь с Верховным Господом с помощью йоги. И они пытаются совершать такой баджан внутри своего сердца. Брахма-упассана. И враги у Верховного Господа не может быть никаких врагов, и чистые преданные, они тоже не могут иметь никаких врагов, но автоматически по воле Майи все так происходит, что они появляются. И те враги Верховного Господа, те, кто думают, что Верховный Господь их враг, они вне... И вот они, эти враги, пытаются достичь сияния Брахмана, но те враджа-гопи, они подобны, они очарованы, опьянены красотой Верховного Господа. Видя его руки, они очарованы. Его руки подобны змеям. И вот они становятся, они выражают огромную любовь к Кришне. Они привлекаются им, видя его прекрасные руки. Они хотят быть обняты Кришной. И вот они чувствуют непреодолимое влечение. Они хотят обнять Кришну, они хотят обрести Кришну, они хотят быть обняты Кришной. И вот все они так или иначе, по воле Верховного Господа, они обрели возможность обрести лотосные стопы Верховного Господа. И те стути, шрути точнее, в олицетворенной форме, те шрути, они приходят в олицетворенной форме и молятся Верховному Господу Ведастути, что «О Господь, мы все также хотим быть привлечены Тобой, мы хотим совершать Твой баджан. Никто не может остановить нас. Тот путь, как эти гопи, они достаточно удачливы, чтобы пить нектар премы». И вот они пьют этот нектар премы, и мы также, как те гопи, мы хотим обрести этот шанс, о Господь, это наша просьба к Твоим лотосным стопам, пожалуйста. И все те, кто по-настоящему привлечены красотой лотосных стоп Верховного Господа, это такое непреодолимое влечение, никто не может остановить их. И вот можно вспомнить то, что те Калия-патни, жены Калии, они молятся: «О Господь, мы не знаем, насколько удачлив этот Калия, кто может обрести Твои лотосные стопы, о Господь, это не шутка же». И вот какое чувство внутри нас мы не можем понять. Even Lakshmi Devi.
даже Лакшми Деви, оставив все удобства и прочее, бесконечное богатство, она думает о твоих лотосных стопах, совершает аскезы, суровые аскезы, чтобы обрести право служить тебе. Какое сукрити у Калии, что Калиянак обрел твои лотосные стопы, которые за пределами воображения. Много раз я говорил об этом. Брама, Варун, Рудра, все, о Господь, мы хотим увидеть твои лотосные стопы, хотя бы немного, но они не могут увидеть, это настолько редкий шанс в этой жизни, а мы, по милости Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура, обрели такую возможность, а если мы потеряем этот шанс, то что делать? У нас не должно быть никакого лицемерия, мы должны быть искренне должны стремиться, и Верховный Господь, Он видит нас и... И вот сейчас вы поняли, надеюсь, можно вспомнить Парад Паракхилешвар и Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и его и в Шрирангам Кшетре. Там был Венката Бхатта, и вот они обсуждали. Махапрабху никогда не хотел оскорблять никого, но шутя, он спросил, какова причина, по которой ваша Лакшми, поскольку они раньше поклонялись Лакшми Нарайне. И вот Махапрабху шутя спрашивает, я знаю, что Лакшми Нарайна и Кришна, они не отличны друг от друга, но вопрос мой в том, почему Лакшми, она совершает аскезы до сих пор в Билваване. Почему? Какова причина? Чтобы войти в Лилу Кришны, но до сих пор она не успешна, и Венката Бхатта спрашивает, почему ты говоришь, вроде Лакшми и Радха, они тоже они отличны, но я знаю, они не отличны, но вот так и так. И вот это Сиддханта, мы находим такие слова там. In Bhakti Rasamrita Prasangika, Rupa Goswami will put this very clearly. There we know, мы знаем, что согласно Сиддханте, все это не отлично. Вишну Татва, она не отлична от... Это, в смысле, это тоже Вишну Татва. И Нараяна и Кришна, они оба к Вишну Татве относятся. И вот разницы между ними нету. Если кто-то видит разницу в них, то это оскорбительно, но одно «но». Is the arrangement of Ras in such arrangement
Но по отношению к расе, Кришна раса и Кришна чаран в лотосных стопах Кришны, в Кришне раса она более великолепна. В Кришна сварупе эта раса она более проявлена, гораздо более, чем в форме Нарайны. И это всегда так. И поэтому все, кто по-настоящему понимают, те, кто понимают красоту и великолепие лотосных стоп Кришны, они не хотят совершать баджан никому, только Кришне. И вот можно вспомнить, я говорил, в Читании Чайтамрите говорится, что-то кто-то просит каких-то материальных наслаждений, а что толку? Кто, вот он, и вот как Махапрабху говорит, что я... Это старший брат Рагунатха Сагасай, они не вайшнавы. Махапрабху говорит, много пожертвований не дают в Шантипуре здесь и там. Но все же, несмотря на то, что они столько делают, Махапрабху, он свои сиддханты не изменил. Махапрабху сказал, что этот старший брат Рагунатха и его отец, они... Вот Махапрабху сравнивает их с подобно тому, как вот качество обусловленной души собирать всякие материальные вещи, предметы. Деньги и все остальное – это ее природа, и у этого нет никакой связи с Кришна-бхаджаном. Они с Кришной это связи не имеют, но они собирают все эти вещи. Шрила Прабхупада говорит, что собирать вещи, которые не связаны с Кришной, вообще это хроническая болезнь тех обусловленных душ. Они не могут избежать этого, если... Ну, все, что... Не важно, что мы делаем, это вот так происходит. Они собирают все эти бесполезные вещи. Но Махапрабху про таких не говорил, что они чистые преданы. Они как вайшнава. Вайшнава прай. Конечно, мы должны понять то, что это настроение Гуранги Махапрабху показать разницу, как что такое чистая преданность, что такое оскверненная преданность. Они следуют своей свадхарме, грихастхадхарму соблюдают, но преданность – это не так легко, но все же это самый простой путь. Если мы сможем понять настроение Шри Чайтаньи Махапрабху, мы получим милость Гуру Вайшнавов, и тогда, если кто-то спросит, что самое простое, и мы должны сказать, что Харибаджан – это самое простое. Мы так много энергии посвящаем для сбора вещей, которые являются материей, но не готовы Кришна-бхаджану посвятить свои силы. Можем, но не полностью, что-то оставляем ради себя. И я уже сказал из Падьявы то, что какие-то ачарьи, как что Шри Вишну,
Лакшми, Притху Пуджани, Акрурасту Абхивандани Капипатир Даше Ато Шакше Арджана, Сарватмани Ведане Бали Рабу Кришна Тиришам Парам. И вот можно вспомнить какой-то ачарья. Вот Махарадж приводит пример, что какие-то преданные, которые ачарьи в каком-то виде преданного служения, как вот Парикшит Махарадж, он был ачарьи слушания, он слушал идеальным образом, он Шрилы Шукадев Госвами, кто явил идеальный, кто вдохнул силу в Парикшит Махараджа, чтобы он смог осознать всю Расалилу. Садгуру может делать все, если мы на 100% преданы ему. И вот Парикшит Махарадж был успешен в слушании Харикатхи. И вот Парикшит Махарадж, он непрерывно слушал Харикатху, это его. И это пример такого идеального слушания. А Прохлад, он достиг успеха в слушании, а точнее Прохлад в памятовании. А Лакшми Деви достигла успеха в служении стопам Господа. Это ее такой пример другим. Притху Махарадж пуджа в поклонении, и Притху Махарадж все, что делал, он делал для полного удовлетворения Верховного Господа. Акура в Абхивандане, в воспевании, восхвалении Господа, в вознесении молитв. Когда Акур пришел в Враджадам по указанию Камсы, но внутри своего сердца Камса думал, Акура думал, посланный Камсы, что настолько я удачлив, что демон вдохновил меня встретить Кришну, насколько я удачлив. Вот если кто-то думает о лотосных стопах Верховного Господа в своем сердце, то Верховный Господь готов продаться ему. Вот это описывается в теме Судамы Випры и Кришны. Здесь Ячхати значит, он дает. Те, кто думают непрерывно, что настолько прекрасные лотосные стопы Кришны. И также я говорил, те, кто настоящие саду, они всегда думают о лотосных стопах Джаганатха. И вот эта ведическая мантра, которая описывает состояние чистых преданных, куда бы они ни шли, все, что они делают, они помнят лотосные стопы Верховного Господа. И Верховный Господь, он не может куда-то уйти от них, он всегда с ними. Я сказал раньше, говорил, что во Вриндаван Лиле. И вот там был один преданный, он был слеп, жил на берегу Чандравара Саровара, забыл, как его зовут точно. Он все время совершал киртан, хотя он был слеп, но он воспевал киртаны, и вот он ходил,
чтобы петь ради удовольствия Шринатха Говардханадари. И вот мы совершаем, соблюдаем Пурушоттам Врату, и вот в этой Пурушоттам мантре описывается этот Шринаджи. И вот он шел к этому Шринатху, который держал Говардхан, и пел ради его удовлетворения. And there bring kirtan continuously, long period, 80-85 years continuously. There is you know earthquake, there is you know torrential rain, you know, sunlight, you know, source every day. He is going there. И вот этот преданный каждый день ходил, несмотря на дождь, снег, землетрясение, жару, неважно, при любой погоде, он всегда ходил совершать киртан ради Шринатха. И однажды он упал по дороге, упал то ли в колодец, то ли, ну, в общем, упал куда-то. И Сурдас же его звали. И Кришна, он спас его. Есть много песен с этого Сурдаса. Если мы услышим, их наше сердце растает. И вот в колодец он упал, в общем, и когда он упал в колодец, он начал звать Кришну, и Кришна пришел, взял его за руку и вытащил, и он тоже схватил Кришну за руку и сказал: «Не отпущу тебя, ты Кришна, ты мой Кришна». «Нет, нет, я не Кришна, я тут мимо проходил. Я этот пастух какой-то, нет, не отпущу, ты мой Кришна, я уверен в этом». И Кришна вырвался как-то из... вырвался и убежал. И этот Сурдас сказал, что я тут пожилой, а ты молод и силен, ты вырвался и смог убежать, но можешь ли ты убежать из моего сердца, если у тебя такая сила? Если ты сможешь убежать из моего сердца, тогда я признаю, что ты всемогущ. Пранада смаране таданди бхажане лакшини притуху пужане окруросту авибандане. In авибандан, бандана, окруро successful. И вот Акрур достиг успеха в Абхивандане, в воспевании, восхвалении Кришны, в молитвах. Хануман Махараджа достиг совершенства в Дасе, в служении Арджуна, в дружбе. А Бали был успешен в том, чтобы предаться полностью Верховному Господу. У него ничего не осталось. И это зовется дан. Когда вы даете пожертвование, это не абсолютное пожертвование, понимаете? Но когда Бали Махарадж отдал все, что у него есть, это было абсолютное пожертвование. Это случилось по милости Прахлад Махараджа, который был великим преданным. И тот вдохновил его. И даже когда Шукрачарья говорил, что «О, глупец, это не человек, это Вишну». Ты глупец, если ты отдашь все, как ты сможешь жить дальше? Ты не знаешь, он Вишну. И Бали Махарадж ответил: действительно, если он Вишну, и тогда я чувствую больше вдохновения отдать ему все. И если он Вишну, то я чувствую больше вдохновения отдать ему все. Я прокляну тебя. И таким образом Шукрачарья, он проклял: ты потеряешь все богатство.
Но все же Бали Махарадж, он не изменил своего решения. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто совершают настоящий баджан, для них Саралата, Дирата и Нирапекхата. Есть много преданных у преданных, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, вот эти три основных, они должны, их должны быть просто сердечны, потом не беспристрастны и еще что-то. И они могут стать успешными. И те, у кого нет хотя бы одного из этих трех качеств, как они могут ожидать достиг успеха? И вот этот Бали Махарадж, он достиг успеха в самопредании, поэтому мы поклоняемся Бали Махараджу, когда совершаем какую-то ягью. И вот эти 12 горшков для 12 махаджан, они предлагаются в процессе каждой яги, поскольку они все, эти двадаши махаджаны, 12 махаджан. Они все следуют Бхагавад-дхарме, и мы не можем избежать их, мы должны выражать почтение все время. И также я могу сказать о том, что почему Бхагавад-дхарма так важна. There is no possibility. You can get punishment. You know, you have to so much. There should not be any opera. This much. У нас не должно быть никаких оскорблений. И если мы что-то делаем, какой-то баджан в этой жизни, то если встретили смерть со смертью в процессе, то. In Gita, Bhagavan says, "Okay, I can give him chance." То в Гите Бхагаван говорит, что он даст нам шанс, что мы в следующей жизни начнем с того момента, на котором мы остановились сейчас. Это обет Верховного Господа. Он обещает нам, что если мы искренне совершаем Бхагавад-дхарму, то если мы не достигли успеха, это не так плохо. Верховный Господь даст нам шанс в следующей жизни, и потом мы можем развить наш интерес и совершать баджану в дальнейшем. Под именем Бхагавад-дхармы все, весь нон, вся ерунда, которая происходит, это не Бхагавад-дхарма. Мы должны научно разделять все. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. Шрила Бхактивинода Тхакур за всю свою жизнь. И вот за всю свою жизнь Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не шел ни на какие компромиссы с какими-то лицемерными саду, лицемерными отреченцами, с искусственным бхакти, бхавой, очарованным характером или искусственной проповедью. Шрила Бхактивинода Тхакур никогда за всю свою жизнь, Шрила Прабхупада также говорит об этом, он никогда не позволял ничего искусственного и не шел ни на какие компромиссы со всем этим. Не только это, но также Шрила Бхактивинода Тхакур был очень строг в своей сиддханте, в своем поведении, в своих принципах. То, что Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не позволял ложным вещам приходить в область Намахаты, в район Намахаты. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, это была его наивысшая цель. Это была цель Шрилы Бхактивинода Тхакура, что он никогда не позволял никаких лицемеров, двуличных личностей приходить в Намахату, поскольку Намахата — это не
место нашего отца или какого-то родственника Намахаты, это место Нитянанды, изначального гуру. Я уже говорил, что Нитянанда, он отвечает за всю проповедь, а кто мы, что мы заявляем, что так много сделали, так много проповедуем, кто мы, если Нитянанда не одобряет нас, то может у нас есть деньги, или мы очень умны, или еще что-то, но это не значит, что это проповедь, если это делается без одобрения Нитянанды. Когда я не следую моему Гурудеву, Шрила Бхакти Прамоду Пури Госвами Махараджу, или Шридхар Махараджу, или Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджу, если мы не следуем им полностью, наша Сиддханта отличается от их, это говорит о том, что мы не находимся в линии Анугати вообще. Что же говорить о Рада Анугати, если простого самопредания нету? Всегда, если такие люди думают о каком-то своем положении, уровне и прочих материальных вещах. И а еще такие так называемые гуру обижаются даже на своих учеников, которые задают неудобные вопросы. Поскольку если этот ученик говорит какую-то правду, то такие гуру, они не терпят этого. Ну, можно видеть так, что какие-то так называемые гуру захватывают храмы и выгоняют тех, кто против их ереси. И вот здесь мы находим Шрила Бхактивинода Тхакур, он никогда в своей жизни не позволял такого осквернения, чтобы это происходило на пути в районе Намахаты, поскольку Намахата – это то, что установил Нитянанда. Для всех обусловленных душ Нитянанда открыл рынок святого имени. И если вы хотите купить что-то, нужно рано утром туда идти. Поскольку если мы припозднились, то ничего хорошего не найдем там. А цена – это Шрадха Вера. У нас должна быть наша Шрадха Вера. И это Сиддханта. И проповедь может быть произведена только Нитянанды Прабху. Это возможно только для Нитянанды Прабху. Проповедовать обусловленные души не могут совершать никакую проповедь, но заявлять, конечно, могут, что немного проповедовали, то есть, но это не настоящая проповедь. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, как долго и вот пока мы не избавимся от различных противоположных этих желаний, которые против бхакти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит на бенгале. И изменить чье-то сердце тяжело, поскольку они осквернены. И вот пока вы не избавитесь от всего осквернения в вашем сердце и от всяких посторонних желаний, а не Абхилаша, то можете, конечно, проповедовать или всю жизнь посвятить проповеди, но внутри вашего сердца, если
что за желание там, я проповедую для того, чтобы занять положение вашего гуру, то это нехорошо. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, пока такая ситуация происходит, можете, конечно, проповедовать всю жизнь, но эта проповедь, она не может дать никакого благого результата. Вы можете кому-то что-то говорить, а просто не как мимо ушей пройдется. То есть и такая проповедь, она не войдет в сердца тех, кому вы говорите, поскольку если сами не говорите всем сердцем, то и... А если бы вы говорили от чистого сердца, то это совершенно другое. И вот кто-то может проповедовать, но такие люди, имеется не все, вот, которые из-за своей неудачи, они могут проповедовать, но ничего хорошего в процессе не произойдет. И поскольку у них есть посторонние желания в их сердцах. Шрила Бхактивинода Тхакур и Махапрабху говорит детально с помощью Рамананды то же самое. Если наше сердце осквернено анибхилашем, какими-то лабхой, пуджей, братишхой, оскорблениями. Это как бесполезный граммофон. Вот раньше, лет 50 назад, были граммофоны. И вот там такая иголка, которая двигается, соприкасается с этой пластинкой и записывает или воспроизводится звук. А если граммофон не в порядке, то он, если он барахлит, то тогда ну тогда он не работает как следует. А и звук тот же самый. То есть, если там эта система нарушена, то вот ломается так. И вот также кто-то может, если у него все правильно, going to keep yourself in a very inert situation, jado avastha, because you are not inspired by this chetan speech from your Gurudev, because you are going to show your own, you know, power. I can preach, I can speak. Но если кто-то не вдохновляется примером Гурудева, а просто хочет проповедовать свою славу, то в этом нет никакого толка. Такие люди могут много проповедовать, но потом обнаружить, что находятся в том же плохом состоянии, и никакой четан дхармы не произошло. И Шрила Прабхупад говорит с такой историей, что это за история. И вот Шрила Прабхупад говорит, в ведической системе есть вот процедура свадьбы, и человек выходит замуж, жениться на какой-то девушке, и во время свадьбы, в благоприятное время, вот смотрят в календарь и смотрят, что благоприятно жениться, начать в 2 часа ночи, например,
И вот эта группа людей решили, что вот 2 часа выезжаем, благоприятно выходить, вот. Да, через часа 2-3 доплывем до места, где свадьба будет. И вот Шрила Прабхупада говорит, они ночью собрались, ну, до этого лодочника наняли, где-то попросили, чтобы он приплыл, а тут пьяный был лодочник. Лодка была такая ручная, на веслах. И вот они сидели, в общем, они сели на лодку, начали грести, и вот до утра гребли. Ну, этот лодочник пьяный был, а эти пассажиры на лодке решили тоже отдохнуть, поспать, пока лодочник их везет. Думали проснуться, приедем. И вот лодочник всю ночь греб, и тут солнце встало, и они обнаружили, что они в том же самом месте. А почему? А проблема в том была, что они забыли с якоря сняться. И вот, в общем, они гребли, но забыли с якоря сняться, и в итоге лодка, она там же и осталась, где была. И вот они увидели, что целую ночь потеряли, на свадьбу не успевают, и это зовется... Шрила Прабхупада говорит, это вот наша ситуация такая, мы все... Заявляем, что хотим, что мы хотим совершать Рагануга Баджан или Рупануга Баджан, но если посмотреть, такие люди не могут пережить потерю даже 1 копейки, а как они будут совершать Рагануга или Рупануга Баджан, если вот отправить вас, например, даже без одежды в лес Вриндавана, то посмотрим, как вы будете так жить. Но смотрите, так как совершают баджан Шрила Гопи Шодас Бабаджи Махарадж или Шрила Прабхупад, мы должны быть очень осторожны, поскольку можно видеть, люди что-то пытаются делать, но часто происходит, что все зря. Если у них внутри сердца желание лабхи пуджи, пратишти, славы, почести, уважения, и делают что-то на показ, а если проповедуют, то только для того, чтобы собрать денег, и вот если они не могут изменить свое сердце, как они могут изменить других? И такие проповедники могут широко проповедовать, но, опять же, это не значит, что то, что они говорят, это харикатха. И после проповеди, такой широкой проповеди, если я сам остаюсь в таком же плачевном состоянии, то что толку от такой проповеди? И поэтому мы должны быть очень осторожны, Шрила Прабхупад говорит таким образом. Можно вспомнить, вчера я говорил, что Бхагавад Дхарма – это не шутки. Я говорил об этом, надеюсь, вы помните. Бхагавад Дхарма – это не шутки, я говорил об этом. И вот Ямарадж, и вчера я говорил, что Дхармам… Но сиддам кша усура манусаха куто ону бидда дару чаранадаю. Nobody can understand what is pure dharma. Никто не может понять, что такое чистая дхарма, Бхагавад дхарма, поскольку это сам Верховный Господь. Это исходит из Верховного Господа, и Он олицетворение дхармы. Все, что Кришна делает, это все дхарма. А все, что мы делаем под именем Кришны для Его удовлетворения, это тоже дхарма. А Судама Випра, он всегда думает о Кришне, и он такое замечание сделал, то, что я иду встретиться с моим другом Кришной, великим Кришной.
и вот он плачет и говорит: «О, если я могу размышлять о лотосных стопах, то я достигну успеха». И вот памятование о Кришне, о лотосных стопах. Мы должны помнить и не забывать, какой великолепный баджан мы хотим совершать. Хотим мы совершать баджан Кришне, будьте осторожны, подготовьтесь. Если майя не уходит от нас, а мы пытаемся совершать какой-то рагануга баджан, то что толку от этого? Если вы будете бороться с майей всю жизнь, как вы поймете Рамананда Самбат? Это не какие-то материальные вещи, что можно почитать и так просто понять. Вначале всего, если вы подготовитесь, чтобы войти на путь рагануга баджана, то тогда все эти простые вещи вы должны понять. И также у вас должна быть огромная вера, что вы делаете правильно, что вы совершаете баджан под руководством авторитетного гуру, который не заинтересован в лабхе, пуджи и пратиште. И вы очень удачливы, что если вы совершаете баджан под руководством такого великого саду. И это есть подлинный саду, который не стремится к почету, славе и знаменитости. Если вы совершаете какое-то служение ему, то будьте уверены, что вы совершаете баджан под руководством достойного авторитетного саду, который никогда не обманет вас ни из-за какой пратишти, даже сварга, мокша, все, что будет предложено ему, он все равно не изменит своего состояния, своих убеждений. И мы должны иметь надежду, что если мы совершим какую-то ошибку, не оскорбление какое-то, а просто какую-то ошибку, я вот объясню. И вот что такое грех или оскорбление, я аппаратка, как это связано с умом и телом, я объясню об этом постепенно. И вот мы, это одно из свидетелей, что Бхагаван, он не оставить нас, если мы случайно совершили какую-то ошибку, но не оскорбление. И вот это обещание Верховного Господа, что если кто-то совершит ошибку, то если его цель хороша, то это не проблема. И вот если кто-то из-за какой-то слабости совершил ошибку, то Бхагаван поможет такому человеку. И также в рай Рамананда Самвати можно найти, что Бхагаван говорит: такой человек глуп, он просит каких-то материальных наслаждений от меня, я, конечно, могу ему дать, но лучше я дам нектар моих лотосных стоп. И вот если кто-то вкусит нектар моих лотосных стоп, то они автоматически забудут, понимаете, забудут все остальное. Если кто-то обретет вкус, почувствует нектарный вкус моих лотосных стоп, то забудет все остальное. В Гите Бхагаван дает такое условие, что если кто-то обретает вкус высшей расы, мы сейчас вот можно видеть, мухи, они садятся на всякие испражнения, нечистые вещи, но пчелы никогда не садятся. Они ищут мед в цветах. И вот эти пчелы, они любят вкус, аромат цветов. Любые сорта говна они избегают. У них нет никакого влечения к этому, только мухи летят на это. И вот Бхагаван говорит: я так или иначе, если они вкусят вкус, почувствуют великолепный вкус моих лотосных стоп,
то тогда и вот с помощью Гуру Вайшнавов, то тогда они оставят все остальное. И вот в Гите Бхагаван он дает такое обещание, что не пытайтесь спорить с вашим умом. Чем больше вы будете спорить, сражаться с вашим обусловленным умом, тем больше будете запутываться. Лучше следовать постепенной процедуре. Что это? Мы должны пытаться думать о хорошем и постепенно мы должны чувствовать великолепие какой-то более высокой расы, показать это великолепие нашему уму, и наш ум действует как этот предатель. Он наш худший враг. Кришна говорит, те, кто контролирует свой ум, они, их ум, он действует как друг, а те, кто побеждены своим умом и не могут обуздать свой ум, то для таких людей этот ум действует как враг в их жизни. Кришна говорит об этом так четко. И поэтому, если вы будете спорить, сражаться с умом, то это бесполезно. Ум, он очень силен. И мы не сможем стать успешным, если мы всю жизнь будем сражаться с ним лучше. Показать уму что-то более превосходное, и тогда он это не низшее отбросит. И когда он почувствует вкус чистой харикатхи, чистой сиданты, то тогда мы сможем прыгнуть в океан нектара. О, дети Амриты, куда же вы идете? Здесь нектар ждет вас, Нитьянанда Гауранга зовут вас. Гурупад Падма говорил, гор Нитьянанда, они всегда протягивают руки к дживатмам, идите сюда, они зовут нас, но души, они иногда идут по направлению к Майе, что же тогда делать? Силы они не будут тащить нас. И вот мы должны помнить, что постепенно мы должны слушать харикатху, может сначала как-то это тяжело нам покажется, слишком такая сильная харикатха, но нет, она не жесткая. Я не покупаю харикатха, она исходит из Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура, наш Гуру Варги, я не произвожу ее на фабрике своего ума. И вот мы должны все это чувствовать и слушать. И вот мы должны совершать киртан. Почему? Мы не совершаем киртан, потому что там врату благоприятно три раза в день воспевать киртаны, хотя бы вот утром, днем и вечером. И вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит, что те преданные, которые по-настоящему заинтересованы, то я советую им совершать баджан, по крайней мере, три раза в день. Три раза, значит, утром, как до восхода солнца или в процессе восхода, конечно, лучше до восхода солнца, это очень благодатное время, наилучшее время во всем дне, где-то с 3:30 утра до 5, до восхода солнца, за полтора часа, потом в полдень с 12 до часу где-то, это тоже хорошее время. Джаганнадас Бабаджи Махарадж дает такой совет, что мы должны разделить наш день вот на три части, утром, днем и вечером. И вечером, когда солнце садится. Это время тоже очень благоприятно. И вот если мы в это время можем сконцентрировать свой ум на лотосных стоп Верховного Господа, на самом деле мы должны помнить Господа всегда. А Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит, что вот это время особенно ценно. Но так или иначе, мы всегда должны помнить Верховного Господа. А если повторяем вот гайтри и вот прочие киртаны, мантры в это время, то это более благоприятно. И вот смотрите, мы должны иметь надежду, что на пути Бхагавад-дхармы, так или иначе, если мы искренне
И если совершили какую-то ошибку, осознанно или неосознанно, то из-за наших самскар, Вишвана Чакравати говорит, что если вот кто-то совершает ошибку не специально, а вот так, случайно, кто-то неправильно это все объясняет, то что... Но Вишвана Чакравати говорит, что те, кто не совершают ошибки специально для них Вишвана Чакравати говорит, то, что они могут обрести шанс, и постепенно Бхагаван поможет им. Вишвана Чакравати пример приводит. И Шрила Бхактивинода Тхакура также говорит, как вентилятор из-за действия электричества он вращается, но когда это электричество отключается, то вентилятор моментально не останавливается, а под действием инерции он еще какое-то время вращается. И вот он из-за инерции вращается и постепенно останавливается, но не сразу, а вот постепенно. И поэтому Вишвана Чакравати Пад говорит, что Бхагаван, когда говорит, те, кто совершает мой баджан мне и случайно совершают какую-то ошибку, нужно помнить, что они саду, хотя внешне из-за самскара какие-то ошибки совершают, но все же мы должны помнить, что их цель, она совершена. Я так много хочу обсудить, но времени мало, только это вот эту тему по Рамананду можно полгода обсуждать. И вот смотрите, если наша цель не стабильна, но Кришна что говорит? Садурева. И вот если кто-то совершает какую-то ошибку, но все же мы не должны их как-то презирать, поскольку они не совершают баджан никому, кроме только Кришне. И если случайно какую-то ошибку совершают, то они все равно саду, но ошиблись, может быть, и они должны, к ним нужно относиться как к саду, поскольку цель совершенна. Но из Бхагаватам мы знаем, что Кришна Бхагаватам говорит, что он берет ответственность на себя. Чтобы изменить их настроение. И поэтому в Бхагаватам Кришна в 11 песне дает обещание. Тактанно бхавасса харихи парешаха викарма джаччо патитам каданчи дханути сарвам хрити саннивишта. Really so? Yes. И действительно так, да, Бхагаван говорит, если кто-то совершает баджан мне, но так или иначе, так или иначе, если из-за своей прежней кармы они совершили какой-то грех, оскорбления никогда не могут быть прощены. Мы должны только если мы попросим прощения у того, в чей адрес мы совершили оскорбление. Я вот слышал от Гурудева какую-то альтернативу и от Гуруваргу, или от Гуруварги, например, мы Гурудева оскорбили, как-то непочетно отнеслись, но Гурудев уже ушел из этого мира, и Гурудев говорил, что тогда
Гурудев, он подобен нашему отцу, он дает нам шанс снова и снова. Если мы в невежестве находимся, но Гурудев, он вечен. Я говорю о Садгуру, заметьте, не Садгуру. И вот Садгуру, он смотрит на нас, и мы должны думать о желании, о трансцендентных, о том, что Гуру Махарадж хотел, какое служение хотел дать нам. И вот, если вы сможете совершить какое-то служение, как Шрила Прабхупад ушел, а Шрила Прабхупад, он хотел опубликовать Веданту и вот еще книгу какую-то. И вот этот Сиддханта Махарадж, он смог это сделать. Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал много великолепных книг. Шрила Бхактивинода Тхакур, он не превзойден, его нельзя ни с кем сравнить, но смотрите. Так или иначе, он вот совершил какой-то грех, и Бхагаван говорит, тогда таким преданным не нужно совершать прайшчитту. То есть как-то исправлять свои эти грехи. То Господь говорит, я беру на себя ответственность за то, чтобы изменить их сердца. Викарма значит грех, греховное действие, если он случайно так совершен, потом но опять же это не значит, что можно совершать грехи и Кришна будет прощать нас. У нас не церковь, чтобы индульгенции покупать, такое это глупость. Это не научно. Я внутри их сердец. И я могу изменить их. Я могу помочь им, как Чайтья Гуру, я пребываю в каждом сердце. И вот так или иначе им не нужно какие-то индульгенции покупать, поскольку они... Их цель, она совершенно... Поскольку такие преданные, они... Их ум, он совершенен. И вот я в тот день уже сказал, можно вспомнить то, что нам не нужно думать о... своих обязанностях в этой ситуации. А если так, но все равно. И вот мы должны следовать такому постепенному пути развития, если мы совершаем баджаны, всем сердцем следуем Бхагавад-дхарме, то если какую-то ошибку случайно совершаем, то мы должны дальше следовать. Но если мы искренне, а Кришна, он исправит все это. И вот, когда мы рождаемся, у нас много обязанностей. И вот, когда мы рождаемся, у нас есть социальные обязанности, семейные, и если, ну, в общем, много обязанностей, человек, когда рождается, он в долгах сразу оказывается, и эти долги могут нас как-то беспокоить.
и нельзя взять и отказаться от всех этих обязанностей, долгов. Рупа Госвами Пад говорит. Есть проявленная карма и непроявленная, и такая в зачаточном, там, как в скрытом состоянии. И вот карма, пхал, все эти плоды кармы, какие-то зрелые, какие-то еще незрелые, от какой-то кармы мы прямо сейчас должны страдать или наслаждаться, какая-то в дальнейшем придет, хорошие или плохие, последствия кармы есть. Прарабха карма, арабха карма, мы должны вот осторожно быть с ней. Кутастха есть, она в таком спящем состоянии, даже не в состоянии семени, а до того еще. И вот, если мы следуем Бхагавад-дхарме без всякого лицемерия, если у нас... Вот есть английская пословица, если есть голова, то и головная боль есть, а головы нет, то и головной боли нет. И вот... Рини значит... тот, кто в долгу находится и... А те, кто полностью предался тебе, то у него же не остается никаких долгов и обязанностей. И что это? Только такой человек должен совершать харибаджан, воспевать святые имена. Условие Махапрабху, оно не такое, как у нас с вами. И вот Рупа Госвами Пад, он хотел объяснить уже состояние преданных. Сейчас мы не заинтересованы в этом, к сожалению. Многие не хотят следовать постепенному пути, который описан в этой шлоке. И Рупа Госвами Пад также спрашивает, тот зрелый преданный, кто всегда находится в таком поглощенном состоянии, каково его состояние. И вот Махапрабху хочет показать его настроение. Смотрите, Рай Рамананда, он внешний материалист, занят какой-то материей, но нет, это вообще не так. Он очень умен, очень хитер. Он лучший из Раганук. И Махапрабху, когда провозгласил, кто там в этом творении, кого я могу сравнить с Рай Раманандой, это не шутки. Махапрабху, он не глуп. Что он слушал, совершал сатсангу с Рай Раманандой, это очень достойная личность. И вот Махапрабху провозгласил открыто. И вот почему мы должны посетить Гамбхиру перед тем, как пойти во Вриндаван. Внешне наши органы чувств, они не могут понять, мы слепы. Если во Вриндаван пойдем, то ничего хорошего не произойдет. Но здесь я объясню. И вот Махапрабху зависит от должного источника. От кого мы... Вот в Нилачалдаме можно видеть, Махапрабху провозгласил перед Прадюмна Мишрой. Хорошо, Рай Рамананда, он единственный
У кого есть такой адхикар, только Рарамананда имеет такую способность, нет никого, кто бы мог быть подобен ему. И поэтому вот я вижу, что тело трансцендентно. Если наше тело не чувствует никакого влечения к противоположному полу, ни в какой ситуации, то тогда я могу понять, что ваше тело, оно трансцендентно. А если наше тело материальное, то природа, она может действовать через гуны так или иначе. И наш Гуру Кишвардас Бабаджи Махарадж, он хочет отругать нас, он говорит, что каждый день мы должны брать тапок и бить свое лицо. Это аллегория такая. Вот Гуру Кишвардас Бабаджи Махарадж говорит, что каждое утро нужно брать тапок и бить свое лицо, чтобы исправить свой ум. Это совет Шрилы Гуру Кишвардас Бабаджи Махараджа, он ачарья, он парамахамса, но все равно действует как ачарья. Очень говорит такие простые вещи, но все же он ачарья. Парамахамса ачарья варя Гуру Кишвардас Бабаджи Махараджа. Другие вайшнавы, они, ну не все ачарья. А вот Гуру Кишвардас Бабаджи Махараджа, титул ачарья, мы называем его так. И вот Гуру Кишвардас Бабаджи Махарадж говорит, каждое утро мы должны брать тапок и бить себя по лицу, чтобы исправить наш такой дурной ум. И это наше состояние. Что такое Рагануга Баджана, кто такой Гуранга, кто такая Радхарани. Вначале мы должны обнаружить свою собственную ситуацию и положение. Если мы не сможем осознать, где мы находимся, какие наши права, обязанности, то что делать? Куда дальше двигаться? Направо, налево, на запад, на восток, на север, на юг? Куда же идти? Вначале мы должны обнаружить, где мы есть. Я пример привел однажды, один этот самолет упал, а пилот, когда падал, так или иначе, он спасся с помощью парашюта, но упал в такое место, что потерял все вещи совершенно, ничего не осталось, и долго вот в лесу находился и не понимал, где он находится, поскольку ничего, ни карт нет, ни компаса, вообще ничего нет. Если бы я хотя бы смог понять, куда идти, я бы пошел, но один лес вокруг, куда же идти, как же спасти себя. И много таких случаев, и так или иначе, вот они пытались выжить. И вот много таких случаев случалось, и вот чтобы... двигаться в правильном направлении, для начала нужно определить, где мы и куда двигаться. И если мы определили, то уже можно начинать двигаться. Но если мы не знаем, куда начать двигаться, и вот таким образом, если кто-то двигается непонятно куда, и вот такая плачевная ситуация возникает, и как помочь другим, если мы себе не можем помочь. И вот Рабиндранат Тагор, он один поэт такой бенгальский, написал стих о том, что мы все цари в своем царстве, кто же будет нас направлять на должный путь. И вот наше состояние тоже такое, все независимы, никто никого не слушает, кто ж нам поможет. И вот мы забыли, завтра продолжим об этом говорить.
И каково же состояние чистого преданного, каково состояние Махапрабху, Верховного Господа? И состояние Рай Рамананды какое? И вот те, кто развивают бхаву, и вот одно из качеств — это качество все прощения, а другое — то, что он не теряет время зря, даже секунды. И вот он полностью отречен. Если нет связи с Кришной, то он избегает тех вопросов, которые не связаны с Кришной. Все, и вот Верховный Господь, несомненно, сможет оказать нам милость. Огромная вера должна быть, что сегодня или завтра мы должны обрести. Верховный Господь должен пролить на нас свою милость. И вот такие преданные всегда ждут, когда же они смогут увидеть лотосные стопы Верховного Господа. И благодаря этому вот Друва Махарадж, например, достиг успеха из-за этого качества. И вот он думал, что Господь придет сейчас или вот чуть-чуть позже, такое желание увидеть Господа, наш такой, и чтобы увеличить это желание, Бхагаван Шри Кришна, он пропал из области Расалилы. И вот Бхагаван сказал, чтобы увидеть это беспокойство, как это, эту любовь, как желание встретиться с Кришной, влечение к Кришне, чтобы увидеть все это, что преданные не могут жить без Него, чтобы увидеть это чувство самудканхи. Кришна, Он проверил их. Вы думаете, что я бессердечен? Нет, я просто хотел проверить вас. И вот следующее. Вкус к Харикатхе всегда, Харикатха или Харикиртана. И вот если такие преданные, они с радостью слушают подлинную Харикатху. Следующее. Асакти, влечение. Привлечение к Кришне. Вот асакти, огромное влечение к слушанию Харикатхи, влечение к имени Кришны. И развитие нашего желания находиться в даме,
Джива Госвами говорит, если физически невозможно, то хотя бы в уме мы должны находиться в Дхамме. Если физически можно находиться, то это хорошо, но опять же, заниматься коммерцией с Дхаммой – это просто плохо. Это оскорбительно. Ну, иногда можно видеть, что многие этим занимаются, кто же их остановит. И вот прити, влечение, прити. Потом в И вот такие признаки можно видеть в сердце того преданного, который входит на путь этой... Есть вот према-бхакти, бхава-бхакти, садан-бхакти. Я буду говорить об этом в дальнейшем. Рай Рамананда Самват — очень возвышенная тема, чтобы все это обсудить. Према-бхакти, она потом идет. Садан-бхакти. И вот... И вот сейчас мы можем видеть, что вчера я уже сказал то, что какова процедура, точная процедура души, которая полна анартх. Какова процедура, с помощью которой можно избавиться от этих анартх. И вот я вчера сказал уже в конце. Когда мы теряем наше влечение к материальным вещам, и вот Бхагаван говорит, когда такой преданный развивает интерес к слушанию моей харикатхи, но Анишвара, Ишвара, значит, Ишвара, Ишита, это сила, могущество. Но если этот преданный, он не сможет, не может оставить из-за этих своей камы, но то есть он недостаточно силен, чтобы оставить какое-то вожделение, но делает это с чувством стыда или вот с этим чувством того, что он не должен это делать. И эти, он знает, что эти материальные действия принесут ему проблемы, но их нужно бы оставить, но не может еще оставить. И вот И вот такой преданный, он служит Господу, но из-за своих самскар делает, может, и еще делает какие-то не совсем хорошие вещи, но с сожалением из-за влияния вожделения наслаждается чем-то, но опять же с сожалением таким, не хотя. И что же делать? И вот это вожделение, оно very painful situation in my life with sorry
И вот он делает что-то вот с сожалением, и Шрила Бхакти он такое наставление дает, что дживатмы, которые полные анартх, они могут следовать Вайдхи Бхакти, Витхи Бхакти, они могут так постепенно следовать, если они достаточно удачливы, они могут развить вкус к Ручи Марго. Это уже следующий, более возвышенный вид Бхакти. И вот Шрила Бхакти Такура говорит, они могут совершать Витхи Бхакти, и если их удача достаточно велика, они разовьют вкус к Ручи Марго. И тогда Кришна, как обрести лотосные стопы Шри Кришны, Бхактивинода Такур указывает, если у них есть такой вкус, а то есть если они силой пытаются что-то делать, это неправильно, а когда они естественно почувствуют огромное влечение к Кришне, то тогда это само произойдет. А некоторые только говорят, но не чувствуют. Мы не можем признать, когда кто-то говорит, что я чувствую влечение к Агануга Бхакти, я говорю, нет. Я не могу признать это, поскольку вот состояние ваше не соответствует этому. Это не научно. Вы, может, говорите внешне, но это не от, из сердца. А когда я увижу, что вы говорите с сердцем, то я могу сказать, что это так. А сейчас вы пытаетесь найти, кто может помочь вам, какая процедура. И поэтому Рагануга Бхакти, оно за пределами материальных представлений. Шастра Видхи, все правила и предписания Рагануга Бхаджана, они не ограничены этой областью Шастра Вичара, но так или иначе, когда вы разовьете такую огромную привязанность, огромное влечение, то тогда это произойдет. Но Садгуру, он может помочь вам вести вас, чтобы вы так или иначе. И вот я привожу пример из Джайва Дхармы, там есть живой пример. Это Джайва Дхарма написано Шрилой Бхактивинода Такуром Шринат в Шивас Анган. Два человека пришли к Рагунатдас Бабаджи Махараджу, и вот они открыли свое сердце Гурудеву, что мы чувствуем огромное влечение к Бхаджану. И вот Бабаджи Махарадж спросил их о том, каково их положение, и вот выяснив, что, как, зачем и почему, он выяснил их природу и все остальное, и Бабаджи Махарадж, он сделал заключение, хорошо, вы сейчас развели интерес к раса Бхаджану, к Сакхи Расе, и вот Шрила Бхактивинода Такур практически как-то возможно через Джайва Дхарму он хотел показать нам, но какие-то глупые люди, они неправильно понимают это и злоупотребляют. Они не понимают, что вот об эту постепенную процедуру развития. Это та процедура, с помощью которой мы можем продвигаться выше и выше, но не силой, а естественно. И вот в тот день я говорил из Бхагаватам то, что Сута Госвами Пад говорит. Свадхарма, когда мы следуем, что такое самсидхи, самаксидхи, это если Верховный Господь будет доволен нами, то тогда наше следование свадхарме успешно, тогда, когда Верховный Господь доволен нами. И если это не наша цель удовлетворить Верховного Господа, если наша цель неправильно, я имею в виду дхарма, кама, артха или мокши, тогда Сута Госвами говорит, что
тогда ваша энергия, она вся потеряна. И вот это слово значит очень осторожно, очень внимательно мы делаем, но совершаем, если джапу, тапу, садью, какие-то обеты, брамачарию, но если наша цель не в удовлетворении Верховного Господа, то вся наша энергия на исполнение всего этого, она пропадает, бесполезна. И эта свадхарма в итоге может дать нам освобождение материальной мукти. Такое дхармачарон может дать нам освобождение мукти, но когда я сказал пару дней назад, мы не получим удовлетворение, поскольку не обретем бхакти. Просто обретя освобождение, этого мало. Но те, кто очень осторожно следует, если они очень осторожны в том, вот если они думают, как удовлетворить Верховного Господа, то если они и вот если они смогут делать вот это шраван, памятование, воспевание, служение святым и прочее, но все, делая все это, нужно принять прибежище у Бхакти Деви. Сухое отречение, оно бесполезно. Нужно принять прибежище у Бхакти Деви. В Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что любая йога, карма не... Все, без бхакти, деви, это не принесет никакого результата. Просто следуя варнашраме, это не цель нашей жизни. Махапрабху никогда не хотел слушать это, и Рай Рамананда не говорил этого. Просто следуя искусственно варнашрама дхарме, этого мало, это не наша цель. Когда Рай Рамананда сказал, что я вот объяснение такое даю постепенно. Если искусственно мы следуем варнашрама дхарме, то этого мало. И вот Рай Рамананда никогда не говорил этого. Мы неправильно, превратно поняли. И поэтому Рай Махашу и Рай Махашай по желанию и по вдохновению Гуранги Махапрабху, он хотел дать нам указание, намек, точнее, обычным людям, что определить садья-таттву, вначале первый шаг Рамананда, он был вынужден говорить все эти вещи. Говорил сначала о варнашраме и прочем. Потом привел пример из Бхагаватам. Я думаю, сейчас вы поняли немного. И вот варнашрама дхарма, если мы следуем ей достойно, то можно признать это началом садья-таттвы. И поэтому Махапрабху сказал, что это не внешне нужно более глубоко пойти. Я хочу более глубокие вещи услышать, и поэтому Рай Махашой, он вынужден был сказать, поскольку Рай Махашой говорил по желанию Гауранги. И вот по желанию Гауранги он это говорил, и поэтому он сказал,
хорошо сейчас. О, Господь Кришна, Кришна Кармарпан, когда кто-то... И вот я говорил, что ложное эго тоже может быть, кто-то может гордиться тем, что что-то дает, какую-то благотворительность занимается, и это часто происходит, что люди гордятся этим, или гордятся тем, что делают все ради Кришны, это тоже бывает такая гордость на пути кармарпана. И вот да, кармарпун заключается в предложении всего, что мы делаем лотосным стопам Кришны. Но и в этом случае люди загордиться могут. И вот те, кто следует варнашам дхарме, и те, чья цель только читурварга, и те, кто говорят, вот, так, вот чей девиз таков, и вот есть киртан Джайдева, и Джайдев говорит так, а материалисты, они поют вот чуть-чуть по-другому, что поклоняются Ганге, Ганешу, Шанкару. Но их цель, она неправильная, очень опасна. Они поклоняются им ради удовлетворения своих желаний. И вот они говорят, вот мы болеем чем-то, телесные страдания какие-то, Господь, спаси нас от этого. Вот тут налоговики пришли, налоги вымогают, помоги нам от всего этого, и слава Тебе. Но смотрите, Гирирадж готов дорвать прему, но люди просят каких-то мелочных вещей. Это глупо. Гуру Махарадж, он иногда шутил и говорил так. Я был вот в его комнате, какие-то преданные пришли и говорят: «О, Махарадж, мы тут этот сын наш экзамены три раза сдавал, без толку все, пожалуйста, благословите его, чтобы он смог сдать экзамены». А кто-то приходит и говорит, что сейчас я дочь не могу замуж выдать, пожалуйста, благословите. И после того, как они ушли, Гуру Махарадж смеется и говорит мне: «О, мой сын, смотрите, это причина, по которой они приходят ко мне. Они не приходят ко мне узнать, как совершать баджан, это они лицемерны». Есть эти... Гурдев шутил так, они не девоти, а копати. То есть не преданные, а лицемерные. Поскольку желают каких-то таких скверных материальных вещей, хотя у этого Махапуруша можно попросить Кришна прему, а люди просят какие-то мелочи, это глупо. И вот по желанию Махапрабху мы следуем постепенному пути развития. А есть люди, которые просто следуют варнашам и стремятся попасть на какие-то райские планеты или просто избавиться от текущих проблем. И вот стремление к личному наслаждению – это кама, а когда мы… И когда у нас есть какая-то корысть, то Кришна не будет доволен. Только тогда, когда наша бхакти будет полностью бескорыстна, тогда Кришна будет доволен нами, иначе нет. Мы будем просто скитаться по 14 мирам. И вот так мы можем скитаться, рождаться и умирать в теле мужчин, женщин, животных и прочих живых существ, кто знает, что случится с нами. И люди пытаются ожидать какое-то освобождение.
И по сравнению с этим, Утрай Рамананда хотел сказать, что по сравнению с теми, кто посвящают плоды своих действий Кришне, они лучше всех этих. То есть в сравнении их положение выше, поскольку они хотя бы плоды всех действий Кришне предлагают. В Варнашраме, если мы находимся в этой Варнашраме и посвящаем плоды всех действий Кришне, то это несомненно хорошо. По сравнению с чем-то это очень хорошо. И вот в Расамрита Синдху Рупа Госвами Пад говорит, вы должны открыть все, а предложить все. Все, что у вас есть, нужно предложить все лотосным стопам Гуру Пад Падме. Сарватма Нивидон. И это нишкам бхава, у нас не должно быть ни запаха вожделения. Бхагаван, Верховный Господь, Он у нас должна быть нишкам бхава, никакого желания, никакой корысти не должно быть. Но этот кармарпон, смотрите, вот на процедуре, в процессе кармарпона никакой корысти не должно быть, иначе это оскверняется, я говорил об этом. Нишкам бхава, она практически невозможна. Нишкам бхава, она почти невозможна, но все же возможно. И поэтому я сказал несколько дней ранее из Гиты, я вынужден цитировать эту шлоку из Гиты, Кришна говорит, как предложить все. И вот если мы сможем следовать должной процедуре, то тогда мы должны понять настроение Кришны, что Кришна хочет сказать Арджуне. И вот мы должны следовать этой процедуре, все, что мы делаем, едим, совершаем, все, что жертвуем, все тапаси, аскезы, которые мы совершаем, все должно быть посвящено мне. И все должно быть сделано ради меня. Вы должны предложить мне все. Вы не можете ожидать каких-то результатов. Все результаты в моих руках. Вы говорите Харикатху, чтобы получить славу, то что это за Харикатха такая? Ваша обязанность говорить Харикатху, но результаты, вы не должны думать об этом, поскольку это оскверняет. Если вы будете думать о результатах саду севы, думаете, как бы побольше блага получить. И вот если мы думаем так, то это не кармапон. Но так или иначе, благо мы, несомненно, какое-то обретем, поскольку это обещание Кришны. Я практически видел перед Гуру Махараджем какие-то бедные преданные из Коста-Рики, очень-очень бедные, они молились Гуру Махараджу. Гуру Махарадж сказал, идите, и после этого этот преданный очень разбогател, миллионером стал. И мы не должны просить у Гуру Вайшнавов каких-то денег, богатств. Нет, наше скверное сердце все равно не меняется, просит чего-то материального. А почему это из-за лицемерия? Гуру Вайшнава, они хотят помочь нам, и вот это настроение мы должны понять. Все, что мы делаем, едим, любые жертвоприношения совершаем, пожертвования раздаем, аскезы и все остальное, все это мы, результаты всего этого мы должны предложить лотосным стопам Верховного Господа.
In comparative statement, if you draw statement, then in comparison to those who are following general Varnasana Dharma, those who are Krishna Paramatman, they are going to be far better, superior. И вот по сравнению со многими те, кто совершается кармарапоном, они лучше. То есть они, по крайней мере, для Кришны что-то делают. И плоды своих действий Кришне предлагают. Вот в этой шлоке говорится, что Ягья-пуруш, кто такой Ягья-пуруш, ради чего мы совершаем ягью? Для Ягья-пати, для Кришны, которого есть Ягья-пуруш, кто Джагат-пати, Джаганат. Он Господь всех живых существ. Если так или иначе мы сможем предложить все это лотосным стопам Джаганатха, это не шутки, это очень высокое чувство. Они, по крайней мере, прогрессируют, что-то делают. Я вот видел. Но есть еще люди корыстные, не спрашивают у жены и детей, что им надо, просто сами купят. Только ради себя все делают, и если идут на рынок, не спрашивают, что нужно там купить жене или детям. Настолько вот есть корыстные люди, только о себе думают, и как такой человек Варнашрама Дхарму может совершать. Сегодня я доктор одного отругал, он ко мне пришел, он служит, как-то помогает, с желанием служить пришел. И вот я сказал, что он не понимает ту харикатху, которую слушает. Вот чтобы к вам пациенты приходят, а вы закрыли двери и ушли. Нет, нужно вам исполнять свои обязанности. Вы, доктор, должны лечить всех приходящих. Я знаю одного великого вайшнава. Он родился в Акачака Кшатри по желанию Нитьянанды Прабху. Он был вот соседом моим, в соседнем доме жил, и он свою дверь на улицу, эту калитку никогда не закрывал. И всегда помогал всем, кто приходит, всем больным. Он был великим вайшнавом, необычным вайшнавом, был великим вайшнавом. Даже ночью он дверь не закрывал, чтобы любой пациент, приходящий, никого не беспокоил. И вот он был настолько милостлив, что даже вот двери своего дома не закрывал ночью, чтобы все пациенты, кому нужно, могли прийти бы и разбудить его, не тревожа других. Это и такое, такая милость должна быть у нас. И если, но смотрите, если эта милость не связана с Кришной, то это причина обусловленности. Вот Махарадж пример приводит, если кто-то на музыкальных инструментах играет, но не в такт, то вместо гармонии ерунда какая-то получается. И также весь мир, он действует в соответствии с ритмом Верховного Господа, и мы должны находиться в ритме Верховного Господа, следовать Его мелодии. И вот мы поняли, что кармарпон более высока, чем просто Варнашрама Дхарма. И вот если кармарпон наша Варнашрама Дхарма, все, что они делают искренне это или под чьим-то давлением. Fear, out of fear.
некоторые исполняют свои обязанности из-под палки, из-за страха, то тогда Господь недоволен этим. Если кто-то действует, делает что-то из-за страха или под давлением, то это Кришна не чувствует себя довольным, поскольку они действуют из-под палки, из-под давления кого-то или чего-то. Как кто-то следует Пурушоттам Врати, поскольку боится что-то потерять, но это не следование Пурушоттам Врати. Пурушоттам, он сам Гирирадж Даран, он полон любви, Шинатджи, он не может открыть свои глаза полностью, поскольку он из-за премы, они у него полузакрытые из-за такого экстатического чувства премы. И это зовется Гирирадж Даран Киджай. И таким образом, если они, то есть кто-то следует вратам из-за страха, под давлением чем-то, то Бхагаван недоволен этим. Как материалисты поклоняются Ганеше, с утра бегут вот во Вриндаване, женщины особенно с горшком всяких подношений, воды и прочего. Они идут, поливают Шиву водой, потом Ганешу идут, поливают. Но это не... Но делают это из-за страха, либо под давлением, либо... Но опять же, не все так делают, у кого-то есть чувство преданности этим Шиве или Ганешу. Но если мы без любви что-то делаем, в этом большая проблема. Но Бхагаван не любит, когда кто-то делает что-то ему так без любви механически. Все дживы, они Кришнадасы, это их вечное Я и Кришна Шакти. И чтобы обмениваться любовью с Кришной, это их естественная обязанность. Но почему они не делают этого? Поскольку покрыты тремя гунами материальной природы, это естественно, что они имеют чувство к Кришне. Но почему? Это не ясно явлено. Они просто забывают из-за влияния майя и гун материальной природы. They have, each of them having some material title. I am Brahmin. I am Kshatriya. I am Shudra. I am Vaishya. Some speaking. No, I am Brahmachari. И вот или какие-то люди, они привязаны к своим материальным отождествлениям. Кто-то считает себя кшатрием, браманом, брамачари, там саньяси или еще кем-то. Но Махапрабху, он показал нам. Он, что если мы думаем так, то наше сердце нечисто так. Если мы хотим очистить свое сердце перед тем, как совершать Кришна Баджан, мы должны подумать вот об этом. Гопи Бхартур, Падакумалайор, Даса, Дасан, Дасара. Фаст. И вот мы можем продвигаться дальше на пути Рагануга Баджана, если мы сможем следовать пути, указанному Рай Раманандой по желанию Гауранги. И мы можем сказать эти слова, которые говорятся в этой шлоке, что мы не развили влечение любви к Харинаму. И вот у нас должно быть такое чувство, что вне зависимости от того, как Господь ведет себя по отношению к нам, то мы все равно должны быть преданы Ему и не обижаться.
И вот в этой шлоке описана цель Айрамананда Самвата. Это высшая цель. И как можно понять чувство Радхарани и Радха Бхава? Как можно понять это сокровенное чувство? И вот вчера я говорил о плане Гаудия Даршана, Гаудия Баджана. What is the syllabus of Gaudiya Bhajan? You should know. Ultimately, syllabus means any course you are going to study where you are given a paper through which you can have detailed information, what are the subject matter you have to study, how far, how much, and which is the extreme target you have to fulfill in your life. И вот когда мы начинаем что-то изучать, то нам дают план нашего обучения, и вот также вот эта шлока, это... И эта шлока также... И вот здесь записывается, кому мы должны поклоняться, Арадхе Бхагавану вместе с его Вриндаваном. Здесь говорится точно кому. Ваджа Иша не Мадхурадиш Кришне, не Дваракадиш Кришне, а вот Враджа Раджа. Браджа Ишвару. Кришна ити Браджа Сатаньо. So Арадха Бхагавана Браджа Сатаньо Саддхама Бриндавана. But how? How? But Арадха Бхагавана Браджа Сатаньо Саддхама Бриндавана Рамма Качиду Пасана Браджа Бодру Баргена Жакалпита. You know? Жакалпита Баба. Жакалпита Баба. Жакалпита. А как вот и вот так, как мы видим, на примере тех враджа-гопи, которые имеют такую огромную любовь, огромное влечение к Кришне. И также мы должны помнить, что если мы ходим здесь и там слушать, что попало в различных местах, то если мы это делаем, то будем в замешательстве. И мы должны следовать Чайтанья Чаритамрите, Чайтанья Бхагавате. И мы должны изучать, читать каждый день Чайтанья Бхагавату, хотя бы одну главу, если тяжело, хотя бы страницу должны читать или две. Почему бы нам не начать сделать это, чтобы обрести прему? Это не мое наставление, это наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура. Он говорит, и вот какова наш конспект, наш план, мы должны совершать баджан Нандананданду Шри Кришне и всему Вриндавану. Со всем, что там есть. Вриндаван и все, что связано с ним, это объект нашего поклонения. И Удов Махарадж, он также говорит об этом. Мы должны следовать процедуре, которую показали в Раджа-гопе. А как это делать? Это не так просто. И если мы достаточно удачливы, чтобы обрести возможность служить тому саду, у которого есть это враджа-према, это единственная процедура. Я не говорю про Нараяна-баджан или какой-то другой баджан, а для враджа-баджана это единственная процедура. С помощью ваших личных усилий или с помощью усилий какого-то гуру-обманщика вы ничего не получите. Мы должны зависеть от подлинных враджа-васи. Те, кто всегда чувствует боль разлуки с Кришной. И вот Шрила Прабхупада, он говорит такие слова.
И это наш план баджана, будьте осторожны. И таким образом мы должны продвигаться на каждом шагу. Это наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура. На каком уровне мы находимся сейчас? Мы должны забраться на высокое здание, на самую крышу. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит сейчас, шаг за шагом, вы пытаетесь сначала утвердиться на одном уровне, поскольку если вы не закрепитесь где-то, то это будет причиной вашего падения. На хинди и есть шутка такая. Что если воду пьем, то надо фильтрованную воду пить. Ну, особенно вот во Вриндаване опасно пить. Воду непонятно откуда. Нужно очистить воду перед тем, как ее пить. И также надо смотреть, куда мы идем. Поскольку если не будем видеть, куда мы идем, лучше, особенно если поднимаемся куда-то, нужно проверить вот это место, куда мы поднимаемся. А если вот по лестнице, то можно упасть. И вот мы должны быть. So now you will have to identify your right and stage, go gradually following Guru. И вот мы должны определить, где мы находимся, и постепенно следовать Гуру Вайшнавам под руководством вот таких подлинных Гуру Вайшнавов. Только и только если у нас есть возможность служить чистому Рагануга Бхакти, Рупануга Бхакти, тот, у которого уже есть это Бхакти. Это единственная процедура, открытая перед нами, единственный путь. Мы не можем купить Рагануга Бхакти на базаре. Это не продается там, это невозможно купить. И поэтому мы должны зависеть от того, у кого это есть. По крайней мере, если у вас есть подлинный интерес, мы должны ждать и смотреть, мы должны молиться лотосным стопам Нитянанды, о Нитянанда, поскольку Нитянанда, он тот, кто может даровать нам. Я вот говорю вот это стих из Киртана, что по милости Нитянанды, когда мы обретем полную милость Нитянанды, то тогда мы обретем милость Радхи Кришны во Вриндаване. Нарутам так говорит об этом. Тут был случай, однажды один это так называемый ачарья заявил, что Нитянанда не может даровать такую милость, но я был удивлен слышать это. Ну, сейчас тут этот человек умер уже, но... Но Нарутам Тхакур, наш подлинный ачарья, он говорит вот так, что мы можем обрести. А потом Махарадж, когда с этим ачарьей встретился, спросил, что он там сказал, тот свое мнение поменял. Нитянанда находится в форме Кришны, Лилы в форме Анангаманджари. Может, Нитянанда прямо не может попасть в эту лилу, но так может. И у нас нет права говорить что-то против наших ачарий, как, например, Нарутам Тхакур сказал, что по милости Нитянанды мы сможем обрести Радха Кришну во Вриндаване, то это так и есть. И мы должны желать достичь всего этого. Мы должны желать обрести расу, и тогда я могу показать процедуру, как мы можем вступить в эту область. С силой мы не можем войти туда, в это духовный мир. Все такие попытки будут безуспешны. И вот смотрите, даже те в Ведах Упанишадах, там тоже
Please help us, Prabhu. Please help us. We have no way. So you will have to remember. And the procedure to follow that. Мы должны помнить все это, и какова же процедура, которую мы должны следовать? Мы должны принять подлинного Садхгуру в нашей жизни, и благодаря ему мы можем достичь всего, а без Садхгуру никто не может помочь нам. И мы не должны забывать эту шлоку, что без Садхгуру, без вайшнавов, вся сила, что у нас есть, она бесполезна. Yanti oti lo lomu payo kido Vyasana satamrita samabhaya guros charanam Vanija ivaja santakita karna dharaja lodo Vijitari sika bayo viradanta munasturagam Vachakalpa durvasika vasindu bhavishya Pachitanang pavanu bhavishya vyo namana.